Ну, в смысле? Я уже их сфотографировала, все. Умница, смотрите, вот у вас ребенок грудной, куда мне его садить? Скажите, я вам сказал вот несколько раз. Ребенок грудной. Куда? Для него садить? Кресло, я категорию kids убрал. Возраст, озвучьте. Почему возраст, вы кричите? Озвучьте. Почему вы кричите? Возраст, озвучьте. Потому что нам грудной ребенок ехать домой. Я понимаю, что вам надо ехать, но я не хочу нарушать правила. Возраст, озвучьте. Возраст чего? В кресле ребенка, которого возраст должен сидеть. До 12 лет или до 140 сантиметров роста? А вы померили? Вы издеваетесь надо мной или что? Я что, не вижу, что ребенку меньше, ну, там, определенного возраста или роста? Какого? Озвучьте, какого? Какого девушки, возраста ребенок? Я вам сказал возраста? Я вам говорю элементарные вещи. Я не буду вести ребенка без кресла. Предоставляете услуги. Какого возраста ребенок? Я предоставляю услуги перевозки. Ребенка? Почему вы кричите? Потому что вы неадекватный Почему? Человек. Я неадекватный тем, что я не хочу вас вести, потому что потому не хочу что нарешать какие правила. Условия? Какие условия? Какого возраста ребенок должен Я вам сидеть сказал, в кресле? Ребенок грудной должен Какого сидеть возраста? В детском кресле. Какого Категория... возраста? Вы что, тупой kids? Или что? Давайте еще матов погнете. Какого решите? Возраста? Категория kids у меня отключена. Я вожу, детей не вожу, потому вот что для них надо детское kids? Кресло. Какого возраста? Вы что, тупой или что? Возраст, озвучьте возраст. Вызывай полицию.